The next vision. Следующее видение. Is a very odd vision. Очень странное видение. I could ask that we might act this out in a play. Я даже думаю, можно было бы сценку такую подобную сделать. Would be very entertaining. Я думаю, все бы мы хорошенько развлеклись, если бы попытались это изобразить в действии. But perhaps we won't do that today. Но, наверное, сегодня мы это делать не будем. Let's read verses 5 through 8. А давайте будем читать стихи с 5 по 8. «И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это, он отвечал, это выходит Ефа, и сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефа. И сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в середину Ефа, и на отверстие ее бросил свинцовый кусок». Hey. So there is a an ephah. I don't know what the measure is in Russian. Я не знаю, чем в России принято измерять сыпучие материалы. But it's a large container. Ефа — это достаточно большой контейнер, такой емкость большая. The prophet looks down into this large container. А пророк смотрит туда. And there is a woman down at the bottom. И видит, что там сидит женщина. And she is a symbol for wickedness. И она символизирует нечестие. The prophet doesn't want her to escape. Пророк не хочет, чтобы она вышла оттуда каким-то образом убежала. So he places a cover of lead over the top of the container. И следовательно бросает свинцовый кусок на отверстие. That weighs about 30 kilograms. А где-то примерно 30 килограмм. So she is secure inside. То есть получается, что она заперта внутри. And then watch what happens next in this vision. И дальше смотрите, что в этом видении происходит дальше. Verses 9 to 11. А стихи с 9 по 11. «И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу, и понесли ее между землей и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мной, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе». Okay, so it just gets more and more odd. Становится все более странно, не так ли? These two women, вот две женщины, who had wings like storks, с крыльями, подобных аисту. Okay. They pick up the ephah with the woman inside. И вот они поднимают эту ефу вместе с женщиной, которая там сидит. Fly all the way to Shinar. Now, what is Shinar? И несут ее в землю Синар. Что такое Синар? Это долина Вавилонская. It's a valley in Babylon. Yes, yes. It's another word for Babylon, in fact. А другими словами, это символ Вавилона. In Genesis chapter 10, on the plains of Shinar. В книге Бытие в 10 главе говорится, в долине Синар. They made the Tower of Babel. Mm. Там, где они строили Вавилонскую башню. And what the vision is saying is this. Другими словами, видение символизируется вот что. That the wickedness that is in Israel will be taken away. Что то нечестие, которое характеризовало Израиль, будет удалено. To the home of all wickedness, which is Babylon. В дом нечестия, то есть Вавилон. Permanent resting place for evil will be Babylon. То есть Вавилон — это такое сосредоточие зла и нечестия, всегда им было. From Genesis to Revelation, Babylon is always the symbol for wickedness. Откровение, Вавилон — это всегда символ нечестия. And then there's one more vision for this night. И еще одно видение, которое было Захарии в ту ночь. Chapter 6, verses 6 глава. 1, 2, and 3 at first. Стихи сначала будем читать с 1 по 3. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные. Первой колеснице кони рыжие, во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные». Again, as in so many of these visions, there is much that we don't understand. И опять-таки, как и в случае других видений, здесь очень много остается непонятным. We don't know what the four horses stand for. А мы не знаем, что символизирует четыре коня. We don't know what the two mountains stand for. Также мы не знаем, что символизирует две горы. Some have tried to
equate this with some prophecies in Daniel. А некоторые пытались провести параллель между этим видением и пророчеством в книге Даниила. Suggesting that the four horses are four kingdoms. А и при этом четыре коня рассматривались как четыре царства. It is certainly not that. Но это неверное толкование. The best we can say is that the four horses have different tasks that they are given by God to do. Максимум, что мы можем сказать, что Бог поручил каждому из коней какое-то свое задание. And the rest of the vision is seen in verses 4 through 8. А остальное описание видения мы читаем в стихах 4 по 8. «И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Ворона и кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пеки идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю. И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». The most that I am able to say about what this means. Максимум, что я могу сказать по тому, что это может означать. Is that the black and white horses who both go north? Это следующее, что белые и вороные кони, которые идут на север. Evidently have the assignment. Выходят к стране северной. To go to Babylon and complete the destruction of that kingdom. А скорее всего имеют такое поручение пойти к северу, то есть в Вавилон, и завершить разрушение Вавилона. Ну, конечно, к моменту того, как Захария пророчествует, Вавилон уже разрушен. But these horses are going to confirm that destruction. Но эти кони призваны как бы подтвердить это разрушение. And nothing is said about the red horses. А о рыжих конях ничего не сказано. Okay, and the dappled go south, that's probably to Egypt. Равно как и о пегих конях, которые идут к югу, скорее всего, в Египет. And those horses go to judgment as well. Но они также символизируют собой суд. Now, I want to take time for questions when we're finished with this final symbolic act in chapter 6. Mm-hmm. But I do want to take a look at 6 verses 9 through 15. Я дам вам время на вопросы после того, как мы закончим вот это последнее видение разбирать. Но сейчас давайте завершим изучение этой главы. Теперь у нас остались стихи с 9 по 15. This is still part of the second message. Это также часть второго послания. But this is not a night vision. Но это уже не ночное видение. What we are about to read actually took place. Сейчас мы будем с вами читать то, что на самом деле имело место. It is sort of a living parable. То есть это такая живая притча. Verses 9 through 11. Сначала будем читать стихи с 9 по 11. «И было слово Господне ко мне, возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Товия и у Ядая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова и Иерея Великого». A crown was made and placed on the head of the high priest. Смотрите, был сделан венец и возложен на голову первосвященника. And remember, the high priest in those days was named Joshua. Помните, что первосвященника в то время звали Иисус. And this is to symbolize something. И опять-таки это символ чего-то. A coming ruler who would combine in one person. Грядущего правителя, который в одном человеке будет сочетать. The office of priest and and king. Священника и царя. Verses 12 through 13. И теперь читаем стихи 12 и 13. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему – отрасль. Он произойдет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Now we know this is a symbolic act. Мы с вами знаем, что это символический акт. It is not that Joshua is being made the king. На самом деле Иисуса не короновали на царство. The only one who could be the king in Israel is going to be the son of David. В Израиле царем мог быть только сын Давида. So it's a picture of something. То есть отрасль от Давида, да, из рода Давидова. Поэтому это образ чего-то. And there's a picture of this one that is this one who is being pictured will build a temple. Рисуется образ того, кто
создаст, построит храм. And it has to be a future temple, can't be the one that Zerubbabel is building. Это должно быть другой храм, не тот, который сейчас строит Зарававель. So this is a very clear picture. Следовательно, это очень четкий образ, четкая картина. Of the Messiah who will be priest and king. Мессия, который будет и священником, и царем одновременно. And will build the temple in the millennium. И который создаст храм в тысячелетнем царстве. And we have reason to believe that this crown was actually made and kept in the temple. Есть основания полагать, что этот венец на самом деле был сделан и хранился в храме. Until the Romans destroyed the temple in AD 70. Пока римляне не уничтожили этот храм in AD. In AD year 70. В 70-м году нашей эры. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Any questions? Yes, Yuri. А вот сказано, что Иисус является родственником Давида. Said вот я читал вчера буквально на самом царейском was David's relative. Иисус, это вот этот? Да, вот это, родственник Давида. Joshua was a Levite. Он был левитом. David was from the tribe of Judah. Давид был из колена Иудина, а он был из колена Леви, он был левитом. Different family. То есть другая родословная у него, из другого колена он. Но здесь кто был тогда градоначальником? Зарававель. Да, правителем, он да? Из колена Давидова. And the ruler was Zerubbabel, and he was from David's tribe, right? Or from Judah's tribe. Yes. Да. И здесь, я думаю, через Захарию как бы Господь говорит, что из двух Zechariah, the two, из двух достойных будет один, то есть и из колена Давидова. Из которого сам Зарававель, и также первосвященник из колена из Левия, который Иисус, вот этот, которому дали венец. То есть из двух будет один. Он займет Но он будет сочетать себе. Сочетать себе, да, двух этих людей. И царя, и левита, и священника. И символом этого является того, что на голову священника будет возложен венец царский. Да. Как бы здесь, видите, здесь в этом периоде два как бы правителя. Один правитель Зарававель, он является царем. Он на тот момент он наместник, да? Uh-huh. Наместник. И первосвященческую роль играет Иисус, великий Иерей. And that's really the way it always was in Israel. На самом деле в Израиле так всегда было. Political rulers who had to do with the government. Были политические правители, которые занимались политическими делами. And priests who ministered the law. И священники, первосвященник, который как бы занимался законом. But in Jesus it will be. А во Христе Иисусе будет сочетание того и другого, то есть он будет и царь, и первосвященник. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.